Вы как в 19 веке, что ли, с колодцами живете? Да, будем говорить, что так. У нас не 21 век. У нас еще 19, а может еще и 17. Так когда же он наступит, 21? О, неизвестно. Что за хутор-то? Нововенецкий. Конец улицы. 176-е дома. Освещения ночного нету. А вон фонарь висит. Ну, фонарь до 12 часов горит, а после 12 нету. Нет, асфальта нет. Да, стыдно сказать, 21 век. Живем в 21 веке. Газовые трубы каждому дому подвели. Почему люди не спешат подключаться к газу? Потому что это очень дорого. Дрова мне уже, угля купила и дров набрала. Все у меня есть. А газ же под порогом его. Ну, а его надо провести, надо эти трубы, надо все подвести. 500 тысяч надо заплатить за это, понимаете? Трубы самой купить, эти, как их, что, батарею купить, еще что там надо покупать. Выходит 500 тысяч. Так когда же вы подведете тогда его? Когда? Когда умру. Мне уже 75 лет. На что я их возьму? 13 тысяч пенсии. Что 75 лет? Здесь, как было, так все осталось, ничего не менялось. Я не знаю людей, которые подключились. Его просто провели ко двору, и все. Там нужно было бы все бесплатно это делать, потому что мы же живем это, на таком государстве, в богатом государстве мы живем. Все у нас, народные ресурсы у нас же, в России. Ну вот у вас газ рядом с домом проходит. Да. И вот, пожалуйста, нам такие деньги. Где нам собрать таких денег? Нету, где их взять? Они не валяются нигде, мы уже все на пенсии. У нас, когда рыли газ, у нас в итоге вода, поверхностные воды пошли к нам во дворы, затапливали дворы. И вот, наконец, мы собирали деньги, чтобы прокопать здесь вот ров. Чтобы вода... Сами собирали? Да, конечно, сами собирали. И сколько со двора с каждого? Ну, по 2000, кто больше, кто меньше, грубо сказать, по 2000. Прокопали, теперь у нас воды нету. И работы тут нету. Здесь была животноводческая ферма. Вот за деревьями, за вышкой, тут у нас была огромная ферма. Есть какие-то мечты? Вот, как бы ты хотел видеть, чтобы было вокруг? Я бы хотел работу с нормальной зарплатой. Веришь, что сюда придет цивилизация? Сомневаюсь. Бабушка, а что за последние 20 лет здесь появилось? Ничего. Что будет дальше-то, как вы думаете? Понятия не имею. Это у нас один колодец вот на большую часть хутора. И он, считай, у нас один. Мало у кого здесь есть скважины. Воды летом почти у нас не бывает в колодцах. Колодцы высыхают. Чем жить, как быть, я не знаю. Как мусором скоро зарастем. И трава. Вообще некому косить. Вот по дороге некому косить. Да он не меняется. Он наоборот утопает и в грязи, и в мусоре, и в бурьяне. Никто к нам не приезжает, ни глава. Мы даже не знаем его личность, главы администрации. Депутаты местной власти как-то общаются с людьми хотя бы? Почему общаются? Наш депутат хороший. А что говорят? Мы им вопросы не задаем, что они говорят. Нормально. А почему не задаете? А чем будем задавать? Пусть молодежь задает. Там уже старые прожили, уже свое отжили. И все. Я смотрю, что-то и мужчин у вас маловато, я сегодня почти не встретил. Да, они почти у нас все молодежь на СВО. Часто мусор увозят. Даже не помню, когда последний раз. И мешки так и лежат? Так и лежат, как каждый день. Только добавляются, машины вообще не ездят. Оплатим каждый, как положено. Я один раз не заплатила, мне пеня пришла.